ко мне приходят иногда генералы, вот, у них бруксизм, mm-hmm. вот так вот, вот здесь желваки ходят, потому что нужно вот так вот все, да. А я вижу анализ, я говорю, а как вы живете, у вас же закончилась любовь к миру и к людям. И начинают плакать вот такими слезами и говорить мне, Слонежина, представляете, как нам тяжело, у меня же оружие. И каждый день, выходя из дома, я молюсь вашему Богу, в которого я не верю, и прошу его только об одном. Если будет хуже, чтобы у меня хватило сил пустить пулю себе в висок, а не кому-то.